заявленная программа – это не только борьба, это еще и отдых. Поэтому у нас тут огненные виды. А еще мы тут затеяли небольшую авантюру. И сейчас будем вести эпичный репортаж. Если вы вдруг в горах заметите людей, которые несут татами, то это вполне адекватные, вполне вменяемые люди. Мы повезли с собой татами, чтобы здесь снять видео. Чего не сделаешь ради хайпа. В данный момент я выгляжу вот так. Суровый джитерский гриб. Буренки в шоке просто. Смотри, они не видели подобного. Дэн, лучше туда спуститься, чтобы воздух был с разных точек. Ты в эту сторону не поснимаешь, черня будет. Гость, смотри, какой вид отсюда. А он сверху еще снимает. Он будет оттуда же виден, а вот в эту сторону ты не поснимаешь. Да. Видишь, вся срань будет видна. Это не срань, это коровы. Это не срань, это коровы. Красота требует жертв. Да. Погоня за оригинальностью. Не лень было тащить татами. Где байна? Где сидит? Блин, хорошо будет. Артур позирует. Стрелкой надо собирать. Дайте. Где у другой? Короче, Ань, бурёк. Никто без тренера ничего не может сделать. А ты, главное, знаешь, держись за что-нибудь и делай вид, что ты помогаешь. В деле. Не, где этот у нас профессионал по Имонари Роллу? А, он не поехал. А, ну вот. Пусть. Он смотрит YouTube, повышает свои скиллы. Это реклама БЖЖ School Online. Да, все, прекрасно. Он как раз там. Сюда на угол, чтобы... Напоминаем, что можно подписаться, да. Ставьте, ставьте лайки. О, супер, спасибо. Волнительно. Тебя Brown Belt. Ты мне синему говоришь, что снять. Ну да, там. Я уже не знаю. Я могу закрытый гард запулить. Запрыгни как-нибудь прикольно. Лучший совет просто. Сейчас запрыгивать мне очень сложно. Да. Это будет динамик. Ладно. Oh, 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 oh
как это выглядит. Сколько передали за проезд, так кондей работает? Кондей. То есть, если я тебе дам косарь, ты кондей починишь? Шато. Давай сначала починишь, а потом и кондей косарь. Нет, давай по-другому. Он не договорил там, а то что? А то что? После того, как мы потренировали вестибулярный аппарат в джипах, мы будем тренировать вестибулярный аппарат на лодке. Спасибо. Пока, хорошего. До свидания.